как вот потом было установлено, расстреляли его в день вынесения приговора. Вынесение приговора происходило в Москве, Никольская площадь, там была Никольская улица, там было располагалась военная коллегия Верховного суда. Вот там я читал даже протокол. Судебное заседание длилось, по-моему, 20 минут. Даже нигде не сказано, присутствовал он или не присутствовал. Это было 10 февраля 1938 года, и в эту же ночь он был расстрелян. Говорят, что расстреливали там же, в этом же здании. Потом оказалось, я видел эти документы, что он был захоронен на коммунарке.